К новому учебному году готовы. В Муроме завершается приемка общеобразовательных и дошкольных учреждений. 10 школ, 28 детских садов приняты без замечаний. Об этом сегодня на плановом совещании в администрации округа сообщил начальник управления образования Ирина Раевская. Ремонт крыш, покраска стен, подготовка спортивных залов и учебных классов. Каждое образовательное учреждение города встретит своих воспитанников более обновленным. На этой неделе комиссия осмотрит еще 6 школ и столько же детских садов, а также центр внешкольной работы и православную гимназию преподобного Ильи Муромца. Всего на ремонт и модернизацию с городского и областного бюджетов выделено порядка 40 миллионов рублей.